Йо, всем привет! С вами Енот, с вами Джек Хаммер и с вами Макс Пейн. Раз Джек Хаммер и ружье не одни, те же патроны 12 калибра содержат. Нет? Не, может быть, я ошибаюсь. Ну ладно, это Макс Пейн. Отлично, и что мне теперь делать? То и то закрыто. А, вижу. Ага. Понятно, цель обнаружена. Место обнаружения здания суда. Найти и обезвредить. Секунду. Ой, да ладно, сорбент в помощь. Только надо брать хотя бы сорбент в упаковках, а то он продается просто как белый порошок. Я думаю, на границе могут взять, и пока узнают, что это сорбент, мы там проведем в комнате дознания очень долго. Да, забавно, да? Я шутник. Ух, ё! Классное начало. Цель обнаружена. Место обнаружения здания суда. Найти и обезвредить. Секунду. Подожди, что такое baby potato? Ну и Венгрия мне нравится после слов «большие порции». Да, мы отыгрываем роль, что мы любим пожрать. Ну и на самом деле мы любим пожрать, но тем не менее мы отыгрываем больше роли. Где? Да, легко согласилась. Воу! Вот чё за реакция-то? Да ладно, я здесь! Да вы издеваетесь. Надо чаще сохраняться, да? Я забыл, что тут началась сложность, типа капец. Когда падает, он становится бесполезным куском человека. Ну и кто дальше? Вообще, конечно, жесть. А я сюда подумался? Чего? Куда я шел-то? Это сейчас что произошло? Что-то уровень случайно генерируется? Я не понял. Я настолько мозг атрофировался, что этого даже не помню. Опа. Снайпер! Прикрой, я захожу. На мониторе было видно все, что осталось от внутреннего круга. Да, что ж такое? Ну вот как так? Ну вы вот видели, я же нормально прыгал. Че, baby potato? То есть baby potato это просто маленькая картошка? Так, в Казахстане не принято ничего маленького есть у нас. Эти же беши, бешпармак, там должна быть гора мяса.
Ты где? Собака какая юркая. Мне кажется, это такой же игрок, как я, ты побегай. На мониторе было видно все, что... На экране так называемый труп Альфреда Уодена поднимался медленно, избавляясь от тримонки, и начал искать жертву среди своих приятелей в стране слепых, и одноглазый будет королем. Я не знал, как у него это получилось, но это был довольно неплохой способ, чтобы отречься от всех своих обещаний. Все, что он сказал, было просто кучей дерьма. Власть от внутреннего круга. Прикрой меня, я захожу. Собаки, я? Мне больше Джек Хаммера бы, он более сильный. Эй. Иду на переход. Ха, сработало, я не ожидал. Так, путь туда есть, понятно. А здесь все закрыто, да? Я же знаю, вы там, да, будете? Господи, вот это профессионально было, а? Ну-ка, давайте потратим узишку. Толку там нет, нет. Хотя я ее могу использовать на боссов, но я еще не знаю, придется ли мне или нет. Идем в зоне опасности. Че, прыгаешь тоже, да? Я прыгался. Фу-фу, вот это подстава. Чёрт, опомоновится. Хо-хо-хо. Как я четко иду, правда, патроны тоже в хламину. Здесь ближний бой, наверное, можно перейти на Джекхаммер. Красиво. Ну блин, конечно, можно перейти, но патроны быстро кончаются, неохота тратить. Джек Хаммер, не пойми на что. Такое ощущение, видите, вот здесь есть всякие полоски. Вот это должны быть типа спецэффекты взрыва, и по этой линии должно было все разваливаться. Ну вот они, видите. Это же склейки. Куда? Они хотели изначально, чтобы все ломалось, а потом передумали. Только одна дверь, да, есть. Вперед. Давайте-ка перейдем на дробаш. Ближнее расстояние это нам больше поможет, если я не промахнусь. Блин, ну, долго перезаряжается, долго. Да, никто не бежит. А что вы скажете по поводу того, что в данный момент он служит на благо нашего города? Этот крестовый поход зашел слишком далеко. Он неуправляем, это нужно остановить, и это будет остановлено. Это был заместитель начальника полиции Джим Бравура из департамента полиции Нью-Йорка.
Ого! Как я чуть не умер, видели, да? Так, напротив боссов у меня есть гранатомет, я думаю, буду его использовать. Либо в местах, где дофига врагов будет. Я же говорю, читеры. Даже выйти не успел, он уже бежит, стреляет. Господи. Явно АИМ или что-нибудь в этом роде. Закрыт. 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 Открыт. На столе лежала видеопленка. Ну давай посмотрим ее. Николь Хорн шантажом заставляла молчать внутренний круг. К пленке прилагалась короткая записка на дорогой бумаге с требованием денег. Я вспомнил Кэнди Даун, которая записывала на пленку всех своих клиентов. После этого передавала ее вышестоящей особе. Я был уверен, что извращенный секс был одним из грешков, которые числились за Альфредом Воденом. Все, даже полутать-то нечего. Че за отстой? Ну, двинули дальше. Воден оставил мне подарок. Воден своей финал. Аккуратностью занялся моей подготовкой к миссии. Критические места штаб-квартиры корпорации Acer были обведены на схеме красным. Офис президента расположен на верхнем этаже здания, сразу под ее апартаментами. Лифты управлялись с помощью центрального компьютера охраны, расположенного под зданием. Небоскреб казался неприступным, как крепость. Блин, я же в голову целился. Вот и наставил подарок. Фух, вот как так-то? Кажется, что ничто не сможет остановить феноменальный победный марш корпорации Acer. Невероятно, их акции все еще ползут вверх. Обеспокоенные эксперты видят успех компании и угрозу. Некоторые даже осмелились заявить, что корпорация Acer скоро станет более значимой, чем корпорация Microsoft. А? Корпорация Microsoft. Реклама. Красиво я подгадал, да? Я ж тебя, по-моему, убивал. Некрасиво. Некрасиво. Вперед, взять гада! Тревога, дерзант! Это они снизу ждут? Да какого черта ты так криво стреляешь-то, а? Ну, в смысле, я понимаю, что там тело перекрыло, что тут есть такая физика, но... Он же мог более аккуратненько это сделать. Чё, куда, где, кто? Мне сюда ли? Нет, отсюда ли я пришел? Самый лучший боевик, наверное, с Бутчем Кассиди, «Солнечный танец». Ты чё? Какого черта что происходит? А, черт! Ого! Ну ладно. Я пошел каким-то странным путем.
Все? Я-то думал. Мне снилось месть, эти сны всегда были кошмарами. Я был уже так близко к цели, но постоянно проваливался. Теперь я был близко к цели. Николь Хорн, мне было нечего терять. В смысле нечего терять? Тебе может нечего, а мне есть что. Внутренний круг вел обширный... Проект Валхалла был не единственным, в котором был замешан внутренний круг. Там было много комнат, заваленных папками. Тайное общество предателей вернулось назад, всегда влияя на ход дел с помощью теней. Не могу сказать, что я жалел об этом. Ход Воудена в византийской игре сократил список членов до одного человека. Старик хотел, чтобы я отомстил. Это было в моих интересах. Стой, он сбоку бежит, господи. Фига себе. Внутренний круг вел обширные записи. Черт. В смысле, ты не умер? Что сейчас происходит вообще? Внутренний круг вел на записи. Слишком становится однотипно. Слишком однотипно. Слишком даже не знаю, что мне еще делать. Конечно, понимаю, в шутер. Что ты еще хочешь? Беги, стреляй. Что не так? Система, блин. Эй. Это было плохо, да? Ай, где там F9? Кто еще? Эй! А еще? Так, ну вроде все. А то, блин, опять вылезет кто-нибудь, у меня жизни нет. Ни аптечки, ни жизни, ничего. Без смысла. Так. Вроде игра только дала 8 аптечек, а вроде их и нет. Я уверен, что есть задрот, который проходит это... Без аптечек с одним пистолетом, чисто с дезертыгом. Шоп тебе. Вот почему я прыгнул прямо на пуду? Не, ну я понимаю, я мог прыгнуть в бок или еще куда-то, но я знаю, что если бы прыгнул в бок, половина бы пуль летела бы мимо. О. Всё. Да. Теперь наш путь ведет только вверх, да? Вверх, вниз, слева, право. Где? О, ё. Вышел, называется. А чёрт. Забыл. Давай, бегом.
Окей. Ну, где вы? Да, господи, как они так прячутся-то? Не отпущу. Я должен был первым стрелять. Что у них за реакция? Точнее, что за отсутствие реакции у меня? Помри, помри, помри. Фу. Я даже не знаю сейчас, как я без гранат это все разруливал. По-моему, нереал. Но просто у меня нет такой реакции, которую игра хочет, учитывая, что эта сложность какая стоит. Какая? Игра... Он не показывает, да, какая сложность. По-моему, самую низкую мне дал. Говорит, ты чмошник, поэтому начинай. Ага. То есть по-другому здесь никак, да? Он прям только говорит мне, иди взрывай столбы. Да. Игра! Удивляет прям. Бежал, упал, умер. Отлично. Ой, зеленый сразу же. Кто там? Есть два пути. Есть налево. Есть прямо. Target located. Да, и куда мне, оказывается, идти надо? Я не знаю, но это трибуны. Не пришли отсюда, и там вроде разрешенный, хотя, возможно, красный, с расстояния не так понятно. Что, не хочу? Снайпер. Хотя толку от снайперки особо никакой нет, с нее стрелять не очень удобно, конечно, да, есть этот прицел беленький. Но с моей ловкостью стрельбы это все равно, что по мухе стрелять. Да, есть какие-нибудь там задры, которые сносят с любого расстояния. Красиво. Какое лицо-то у него. Ха. Пробило. Так, и куда дальше? То есть надо сделать круг, чтобы зайти сюда. Окей. Блин, ну это еще не конец. Последняя миссия, это будет многоэтажка стопу. Давай.
Почему он попал по мне? Почему? Я же говорю, бегаешь тут со снайперкой, пытаешься играть сейфити. Тебе игра такая, ага, фиг тебе сейфити. Сейфити, фигейтити. Когда там кончитесь-то, а? Кто открыл там, мне не понравилось это? Я же говорю, как с этой снайперкой стрелять-то? А здесь я был. Туда что ли? О! Дождался тебя, понял, да? Что неприятно, да, когда дверь открывается и тебя убивают? Так, хорошо. Тут уже целое кладбище. Там должна лежать снайперка. Да, отлично. Мне надо сейчас... Вообще я не понял, где я был, на каком-то собрании, где началась перестрелка, где... Я выбежал и бегу... Куда? ЦРУ, ФБР, знаешь одни, значит, видел всех. Хорошо. Шли тренировок. Но это бабки астрономические. И самое главное, валишь любого, кто попадает под руку. Ну, ты завалил любого, да? А, это отсюда мы начали. Хо. Как интересно. Взять его, завалить, пора заканчивать этот... Мне их лица нравятся, просто жесть. Мерсель, изобразите максимальное страшное лицо, которое можете. А что происходит? Почему я их не могу убить так легко? Я самое обидное не могу это пропустить. Взять его, завалить, пора заканчивать этот цирк. Давай! Да какого черта-то? Взять его, завалить, пора заканчивать этот цирк. Цирк это тоже. Цирк это то, что здесь происходит. Надо бежать и сохранить куда-то. Взять его, завалить, пора заканчивать этот цирк. На! Это я уже сам виноват.
Фух. Это было сложненько. Ну, снайперка меня спасла. А, ну, конечно, сколько бы в нее не играть, не знаю, я никогда не смог бы набить. Наверное. Достаточный уровень скилла. Все, да, вышли. О, чуть ближе к небесам, нечего терять. Я понял. Мина была не самым удачным решением проблемы. Казалось, что все же было сделано до этого. Глаз за глаз, вот первый принцип мести. Он стар как мир, но все еще действует. Главное правило преследования врага, чтобы убить его, не придавать этому личный оттенок. И все равно, каждый раз этот оттенок появляется. Так случилось и со мной. Я убивал время, просто ходил по заснеженному городу. Некуда было спешить. Теперь я знал, что нужно делать. Я проводил время, размышляя над этим, разогревая ярость. Когда я был готов, я припарковал украденную тачку около входа в штаб-квартиру корпорации Acer. Вышел, начал действовать. У меня была пуля, на которой было написано имя Николь Хорн. У меня было 1000 пуль с именами остальных. У нее была суперсовременная система охраны и такое количество охраны, оружия которого хватило бы, чтобы начать Третью мировую войну. Но я не ведал страха. Это, по идее, последняя миссия. А, сейчас, отчитай. Холоднее, чем рефрижератор. Холодный, как пистолет. Вот это слово. Холодный, как пистолет. А, знаю, сейчас возьму автоматы, отсюда все полезут. Спорим, смотрите. Я же говорю, толпа китайцев набирала. Ну нет, давайте это здание оставлю на следующую серию. Пусть будет финальное. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.